Ну, для второго канала немножечко спрашивают периодически про цены на платформе Данте. Один человек 1000, два полторы, три, две, четыре, 2500, 5600, 3000. 7-8, не знаю. Лазовская, центральная набережная. Частично я прошел, частично вот пройду еще немножечко. Температура воздуха плюс 29 градусов на здании «Маяк» было. Я сам наблюдал эту циферку. Столовая «Чайка». Ну, все не появились, особенно еще здесь. Может быть, внутри они есть, но я не хочу туда заходить. Были снаружи, я показаю бы с удовольствием. Причем здесь гораздо больше народа. Жених гуляет. Один одинешенький. Ты мне говоришь. Кудушка из «Магнита». Погодка слегка пасмурная, но жарко. Там где-то в море Санек, точнее не на море, на пляже Санек гуляет. Посмотрите его на канале Лазовская сегодня. Он там тоже будет. Пол пляжа, смотрите, загородили вот такой вот горкой. Я не знаю, правильно это или нет. Я думаю, пляж вот такой достаточно кусочек большой. Людям бы хотелось бы больше, наверное, полежать, позагорать. Но если так сделаю, значит, так кому-то надо, как говорится. Кофейня, пицца, мица. Люди гуляют, отдыхают. Дойду, наверное, до Нахимова и по ней уже вернусь. Мотороле. У меня мотороле тоже на Нахимова. Фрукты, овощи, тапки резиновые всякие. Все тут есть. Ну, я вам уже тысячу раз показывал. Жарко, жарко, прям очень жарко. Парить, я бы сказал, вот так вот. Кукуруза, хлеб. Вот он где. Здрасте. А я смотрю, он идет с тележкой. А мы по вам скучали. Да ладно? Да. Ну какой это? Это тележку, чтобы мусор вывозить, чтобы у нас всегда было все чисто. Как у вас, как у вас настроение? Все жарко. Хорошо? Жарко, да, душно. Но да, очень, кстати, рад вас видеть. Видеопривет. Видеопривет вам, отдыхающие привет передавали. Да ладно, это как видео? А? Видео вам оставили или что? Вот, они тост сказали, я их на видео снимал. Кстати, очень многие, да, Алексею привет передают. Да. Очень а еще много. Есть канал «Самозванец», который хочет быть как Алексей. Но как Алексей он никогда не будет. Нет, ну, наверное, не самозванец, человек просто... Нет, самозванец, мы называем мы вещи своими именами. Почему самозванец? Ну, потому что кто-то хочет хайпануть на Алексея и моей винной, но у него не получится, потому что наш друг только Алексей. Вот так вот. Ну, может, у человека свое видение, наверное. Свое видение в другом заведении, у нас один друг. Да. Мы неизменны. Не будем спасибо, бороться спасибо. За Алексея. Сильный. Это получается. Ладно, спасибо тогда, пацаны. Пожалуйста. Я пошел дальше. Потом видео покажу. Да, ну потом мне скинем тогда. Приду тогда побольше времени. С любовью к вам и всем да. подписчикам. Спасибо. Вот так вот бывает. Я не знаю. Ну, приятно, когда ребята как-то поддерживают. Блин, я опять нажрался, как бы можно было бы, здрасте, дойти до этого русского застолья. Нет, в принципе, я могу дойти до русского застолья, мне это ничего не того, не тяжело. Поздороваться с пацанами, да и все. Есть просто не хочу, только из дома, блин. Я так всегда поступаю, глупо. Это улица социалистическая, как сказала женщина, уже жарко, вот реально жарко, парит. Парит, парит, парит. Людей много. Носите головные уборы, кстати, даже в такую пасмурную вроде бы погодку. А что
мусорами на отписке возвратить. Я мысленно вспоминаю, ну, где-нибудь так декабрь, может быть, месяц. Слушай, никого вообще нету. Подъезжаешь, машину ставишь где хочешь, чуть ли не поперек ставишь. Заезжай до Владикавказа, есть свободные места. Никому не надо в Владикавказ. Пожалуйста, человек отвезет в Владикавказ. Редко бывают черепахи. Ну, рукой он тоже показывал. Ну, места, опять же, прогуливаю те места, которых мы с вами гуляли. Ну, такой вот получился медленный обзорчик. Так получилось. Нафиг не виноват. Давай, вот такой, что воду плескать или чучу. А она выпила сок, Андрей? Вот я сейчас смотрю, как картошку высыпали, и тут смотрю, как мясо лучком высыпало. Жареные порцию сделай. Теперь картошку, вот оно так делает. Сначала они жарят, а потом... Я хочу его жарить, а потом вот такой, что сверху добавляют. Надо проходить сюда, голодный такой же говорю. Все, ребята, да? Все, у вас корни. Ну, смотрите, я на вашем деле, я на вашем деле. Я удаляюсь. Тоже вот эти девчонки рассказывают всякие туристические программы, все показывают, все такое. Отвезут вас куда надо, привезут вас куда надо. Я нашел цех. Ну, точнее, цех я сам не нашел, сейчас как-нибудь приберусь к нему. Тоже всякие сладости, чаи, мои. То есть, да, он тоже кто-то пошел куда-то. Пальмочки высадили. Я не помню, такие пальмочки красивые. Ну, как вы знаете, текила не работает, она закрыта. А я, мой взгляд, так сказать, привлекло объявление. Такое вам сейчас его покажу, да, наверное, пойдем уже обратно за моцарелевым. Вот, все, чумановское рыбное изобилие. Я не знаю, что это, где это, но где-то здесь. Социалистическая 8. Вот, пожалуйста, перечень. Рыб, козырек этот вареный есть. Кому интересно, телефончик видите. Социалистическая 8, это здесь. Тут, правда, точно, я не скажу. Ну, такая получилась у меня маленькая дневная прогулочка. Козырек на месте. Машину видел, хозяйку не видел. А тут надо бы как бы напроситься, действительно прогуляться в русское застолье уже, гости. Посмотрю, что там, как там. А, Центрийская 6, просто один. Значит, где-то вот здесь, вот прямо тут вот, где-то этот, с рыбой связанное производство. А не, ну там, назад, пардон, тут четвертый, где? Нумерация от моря идет, значит где-то там, как раз где-то в районе индийских товаров. Ну все, ребят, что, буду дойти. Могу дойти по улице Нахимова до Моторолева. Ну, честно говоря, там особо так людей будет поменьше. Домики. Все такое. Все как говорится тихо, скромно. Зато место хорошее. Морж рядом. Вышли. И сразу до моря 100 метров. Здесь вот тоже, видите, в закоулочках, а есть всякие торговые точечки. Вроде бы как бы чуть-чуть в сторонку сходишь, а тут все удается. Так что имейте в виду, тут рыба и сыр, и все на свете. Тут есть тоже копченое по ценам, прицените сами, я уже не знаю. Честно говоря, я вот давеча вам выкладываю цену на оптовом магазине. Не знаю, зачем я это делал. Так вообще, что каким-то себя еще виноватым чувствуешь. Я откуда знаю, какие там цены. Точнее, я знаю, что там дешевле цены. По-любому цены дешевле, чем где-то, допустим, у берега. Потому что там розничные цены. Но то, что у вас дешевле, ну это что, извиняйте.
Ну, вот так вот живем. Нам эти цены уже кажутся хорошими. Более дешевыми. Мы понимаем, что в Краснодаре, допустим, поехать, там будет еще дешевле. И фрукты, и овощи. Вы только на трассе там особо не затаривайтесь. Цены-то там будут хорошие, подешевле. Но потом по факту взвесите, когда будет гораздо меньше продукции. Ну, в всяком случае, мы с этим сталкивались пару раз в жизни, больше там мини. Ну, у нас вот так, вот такая вот цена, какая есть, такую показываю. Нужно вам, воспользуйтесь, не нужно, ну, что делать-то? Не пользуйтесь этим советом. Просто пойдите на рынок, приобретите или где-нибудь еще. Точек много, всем хватит. Это улица Нахимова. Ну, далеко я на Нахимова, по Нахимову гулять не смогу. Если не смогу, но не буду, очень занят сейчас. Поводу вам выкладывать ролики, да и, возможно, куда-нибудь сорвусь по делам. Все, друзья, всем пока. Мотороллер здесь вот меня ждал.